В Одинцово завершен процесс очистки Глазынинского пруда. Водный объект привели в порядок в рамках реализации программы Московской области по восстановлению рек и прудов 100 водоемов. Заказчиком работ выступило региональное министерство экологии и природопользования. Как сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, в ходе очистки объекта подрядная организация собрала и вывезла более 270 кубометров мусора. Одинцовский округ принял участие в проекте «100 водоемов», который стартовал в этом году в Подмосковье. К настоящему моменту подрядная организация завершила все работы, рассказал Андрей Иванов.